Ну что, народ, показали вам рынок в прошлом видео, и это даже не секонд, какой-то небольшой секонд такой, не знаю пока. Олимпийку Humans я пока спрятала, может вернусь, может куплю. Вот такой вот аутлет. И Наташа сейчас ищет по карте, все-таки должен быть секонд. Кстати, люди перед ним тоже Барбакан продают. Барбакан вон там, вот. Барбакан там, вот там. Вот там Барбакан, вот туда вот идти, завернуть. Он возвращает нас? Не, давай не так, наоборот, обойдем давай. Так, сейчас ищут. Давай вот так обойдем. Ну, смотрите, вот, кстати, многие люди все-таки, уже повторюсь, продают одежду здесь. И купальники, и футболки, и всякие лифчики. Даже видели трусы, ювелирку, а также колбаску и подсолнечное масло. И все остальное. Вот остановка трамвайчика. И планты уже видим. Кстати, люди кушают. Кафешечка, класс. Приятного им аппетита. Мне кажется, что вот тут вот где-то оно было, идти и завернуть. А Наташа, ну уже к Барбакану выходим, вон Барбакан уже справа видно. Так что не знаю, где этот секонд. Хочется посмотреть реально, если есть такие вещи, типа Прада, там вот такое вот. Если есть, опять-таки, что-то я себе могла напридумывать. Кафешечки. Такие машиночки прикольные. Вот он, вот. Вот это, Наташа, не? Что, нет, это обувь. Сегодня. Ах, это не то. А что же мы вообще будем смотреть? Другую, да? Куда нам, куда? Барбакан вон. Меня это не смущает. Нет, даже говорит, мы идем в другую сторону. Так, смотрите, Барбакан вон. Почему ты сказал нам к Барбакану? Вон Барбакан. Потому что спиной к Барбакану, и нам вообще туда и налево. Туда и налево. Ну, пошли, все. Ну, ты же не веришь в марки, да? Не, я не знаю, что посмотрела в отеле и представила, что оно вот здесь, вот между Барбаканом и отелем. Трамвайчик. Народ, а кто еще по Гуглу ходит? Обычно Гугл бывает заводит, в последнее время вообще не туда. Ну ладно, мы сейчас с вами все равно найдем, куда выйти и посмотрим прикольные вещи, надеюсь. Такие в магазине Жабка, вот там, где я брала это вкусные картопляники и супчик. Но стоит там недорого. Наталка уже куда-то залип. Ну, это Краков, интересно. То есть просто останавливаешься и смотришь. Что там такого? Что-то интересное? А, журналы. Наташа любит вышивать, и она часто журнал Рубитничка дивится. Да? Смотрит журнал Рубитничка. А, ты вяжешь, да, Наташа вяжет. Ну, извините. Ну, она вяжет, ничего страшного. А мы с вами просто попали вот такую краковскую гущу в понедельник в 11 дня. Уже продажи. Наверное, такой какой-то стихийный рынок, который популярный, потому что он лифчики, и много людей приходит, смотрят. А вот всякие даже смеются. Я просто показываю, что есть. А вот, кстати, смотрите, есть такие, да, украшения, там прям консервы стоят. Ну, прикольно тоже. Это всякие, это из Европы, чистотцы, что такое есть. Красота везде. Краков просто радует. Так, нам куда-то туда, Наташа говорит. Ну, ладно. Ну, не так, точнее, Google говорит. Отель вот там, вот где-то наш отель. Оно показывало, вот оно показывало, знаешь, где, как мне идти? Вот идти от памятника Грюнвальду, вот, вот, Грюнвальд. И вот туда вот. Да? Да. Оно мне в отеле показывало. Ну, конечно, не то и магазин дал. А, их же несколько, да, вообще. Так, а что делать? Ничего, идем тот, который ты показываешь, что страшного. Магазинов этих несколько секондов. Этот был 3 минуты, этот, наверное, 4. Тут 54 минуты, да, идти? 3 хвилины. 3 минуты. Ну пошли. А ну, чекай, пахнет чем? Да? Да. Ух ты, красота. А, мне вообще нравятся такие вот маленькие уютненькие растения. Взять бы и привезти такой кактусик. А что у тебя нету, да? Что? Такого не продается. Приятно маме выйти из поезда, выйти, точнее, из такси. И подарить маме кактус. Мама такая: Оля, нафига ты это перла? Возвращаемся на тот рынок, что показали в прошлом видео. Так, все, сейчас будем вам показывать уже что-то новенькое. Ага, вот такую кафешку мы еще не видели, с кругами для плавания. Знаете, такие есть зонтики, да? Зонтики. Кстати, прикольно. Велик такой вот. А есть круги для плавания. Ну, что, ничего не захищает. Классно. Не, оно не захищает, но это как бы прикольно. Так, что вам сказать? Мы еще все еще с Гуглом ищем секонд-хенд, где, конечно, наверное, не будет брендов, потому что мы когда долго ищем, там вообще нифига нет постоянно. Наташа смеется.
Да, вот такая, фигня малята. Я не хочу. Да, что-то мы нашли одяг на вагу, Наташа, ну. Смотрите, там вообще... Там просто что-то такое нереальное копание. Не, не хочется заходить. И вон еще есть одяг на вагу, тоже там. Но нет, то, что я видела фотки, там просто висят вещи, и там чисто, как бы. Ну, это, блин, не совсем то, что я видела. Вон там тоже есть. Не, одяг на вагу, это фигня, конечно. Там можно найти, наверное, какой-то, не знаю, шарфик Бербери задрипанный. Но не совсем то, что мы хотим. Вон еще мода дамска. Но это не то. Ну, хотя, можно сейчас, конечно, Наташа там все равно стоит. Сейчас там ей папа голосовое прислал. А я вот сейчас, может, и зайду, посмотрим. Ну, смотрите, вот зашла. Есть вещи прикольные, но там, чтобы рыться, нужно вам показывать. Нужно просто камеру в карман убрать. Я даже не знаю. И насчет брендов, конечно, не скажу, но цену, допустим, 17 такая кофточка. Вот. Ну, это нужно вывесить что-то и пойти мерить. Вот, а есть также рыться вещи. Ну, смотрите, такая яркая футболочка Primark за 10. Стоит она 10. Дальше джинсовочка. Фирма какая-то прикольная. Не могу ее прочесть просто. Вот, фирма. Не помню, какая уже. Сейчас вам по бирке покажу. Но джинсовочка такая. Стоит 24. Нормально, в принципе. Просто я эту фирму не понимаю. Не могу прочесть. Смотрите, вот. Ну, бирочка есть, значит, нормально. Оригинальная. Ну, вот такая вот регулярка классная. Сейчас вообще повешу вам. Чтобы было видно вот так вот. Вообще 10 тоже стоит. Ну так интересно. Сейчас еще что-то, может, покажу вам. Наташа на улице стоит. Так, смотрим сумочки, которые здесь может быть. Как вентилятор дует. Даже есть такие вот всякие пакетики, которые вам надо. Опа. Лызачок. Ой, зачем же так дуть? Так, все, отходим от сумочек. Давайте здесь. Даже шлем есть. Шопер. Кстати, вот меня интересуют футболки, кстати. Потому что они висят так отдельненько, видимо. Так, River Island. Знаю такую фирму. 13 стоит нормально. Это что у нас по лейблу? Какой-то Poppy Felton 12. А ну, Наташ, подсними. Так, что у нас здесь? Так. Вот он. Сколько? Не пойму. 15. Ну, вообще как. Это классная футболка, мне нравится. 14. Не, 24. Номер 4 шоу у нас какой-то. Не знаю, да. Асфорд. О, Хьюмал. Там же я мерила Хьюмал 10. А что это за фирма? Что она? Спортивная? Да, спортивная, как Умбра, типа того. Это не очень. Это Дрей. Я просто хочу вот самой себе допитать. Есть какой-то бренд или нет? Пикокс. Это прикольно, кстати, вот. Но это большая для меня. Типа баскетбольная. Cedarwood Street. Снова Хьюма. Нет, это Адик, подождите, да. Это Адик вообще. Но это неплохо, что Адик такой есть. Адик шикарный, но он желтый. Мне тоже желтый не очень нравится. 12. Мне бы такой пошел Адик, но он будет просто еще с номером 11. Оно прикладывает до сюда. Ну классно. Ну прикольно. Еще с 11 номером. Ну блин, прикольно. Так, дальше что у нас еще есть тут? 70. Это Area. Area тоже фирма такая спортивная, популярная. Area. Не знаю, знаете, не знаете, пишите в комментах. Корея 70. А что такое Корея 70? Что там было? Это салевки были. Так, подождите, что тут такое напоминает? Дизайн. Нет. Дизайн. Ну, что-то вот знакомое, но нет. Там Эспирит валялся, пиджачок и вот это. Там на вес. Если здесь, наверное, цена стабильная. Так. Дальше Next. О, Англия. Это типа стёк такой. It's coming home. Типа Англия едет домой. Да. Это про то, как Англия играла в футбол. Ничего нет, а все время проходила вообще. Ну, на пианинке типа. Что у нас по брендам тут? Бренд 14 называется. Это... Бренд 14. Мой бренд. Мой номер. Ну, красивая белая футболка. Ну, с чего она мне будет? Давайте я оставлю, потому что так. Даже сейчас потом... Пойдем искать наши шорты. Каримор. Это все спортивно. Это вот симпатичное. Ну, покажи, покажи. Вот, симпатичное. Цвет такой симпотный. Кстати, женская. А вот с таким рукавчиком. Это Primark. Хорошая фирма, кстати, 12.
Ну, нормально, 12 вообще как бы на ни о чем, 3 доллара. А что это у нас такое? Вот это тоже. Ой, такая вообще, такая ткань, ну, потрогай. Бери, сейчас это модно. Сейчас вот эти все принты, леопарды, вот эти все. Медью, и что, примарк тоже. Вот это мне нравится вообще. Ох, какая. А куда прям это такая велика? Ну, это не мне, конечно, 20 стоит. Даже не знаю, что за бренд. Ладно, давайте бирочки быстро здесь искать. Непонятно вообще какое-то что-то. Что-то какое-то, какая-то ретика вообще. Это тоже что интересное. Полис департмент. Нью-Йорк. Ух ты. Да, посмотри. Дай, посмотри. Это фирма такая есть. Вот, да? Если, вот она уже. А, это я бачу. С бирками даже, что такая фирма есть. Ну, полицейский какую-то свою форму отдал. Что там еще, марафон какой-то есть. Там ну простая совсем. Примарка. Ну это из таких фирмов только примарки, если это какая-то ж мидл фирма, никакой особо такой нет. Что, мне вот это подобается? Какая? Вот это вот. Какая? Леопарда тигровая что-то. Возьми помири. Да не хочу. Мне подобается, но не хочу мерить. Как бы да, ничего такого, что еще. Есть. Нет, еще мы еще посмотрим. Тогда я пойду, я себе буду шукать. И посмотрим еще Наташки жопки. Ага. Нет, все молодец. Наш это, да. Наш лайфхак, как мерить. Еле сходится, да? Вот это вот на вагу, там нужно бросать где-то возле этого, есть взвешивающее устройство, и там сразу цена должна показывать. Вот. Где тоже смотрят. Вот эти шорты понравились, классные. Вот эти вообще. Класс. Ну, тут не видно цены, потому что нужно бросать на вагу, это на вес. Прикольно. Что? А вот что-то розовенькое такое, дай мне. Розовенькое, что это? Футболочка. Футболочка? Ну что? Что за футболочка симпотная? А, маленькая. Карманчик симпотный. Кто это? Джек Вилкс. Ну, это симпотная какая-то, блин, такая вот футболка. Слушайте, что она не висит? Это вот те шорты мне нравятся. О, ну маленькие, ну такие, блин, вообще, как каштанчики. А что за вот это вот? Красный. Тут и носки есть, по-моему. Что это у нас такое? Робби Муби какой-то. Так, ясно. В общем, короче, что найдем уже, наверное, включимся. Угу. Народ, смотрите, нашла, кстати, классную фирму. Вот это вот. Экстрим. Это сделано для, ну, для людей, которые там в горы ходят. Вот такие. Но она реально вот, она чистенькая, с классными кармашками. Вот очень, знаете, приятно. Но она на меня большая будет. Вот это вот классно, вот просто вот эти вот пуговки все, и вот тут вот замочек, это как удобство, когда вы идете куда-то, вот, ну вот в поход такой. Это классно, подожди, дай я померю, ну, мне, она большая на меня, но это классно. Даже спросила, если капюшон, капюшона нету. Странно. Кстати, да, вообще-то. Ну, подожди, точно это для гор, для этого? Не, может, что это? Ну, нету, нема. Классно. Ну, да, здоровая, уже вижу, что здоровая, а сейчас ничего. Спросила. Ну, да. Ну, все всякие застяжки, утяжки. Кстати, странно, что нет капюшона, реально. Как так, нет капюшона? Ну, давайте вот это. Стоит у нас 40, это фигня просто, это 10 баксов. Это просто, ну, знаете, как некоторые люди, ну, работают на секонд-хендах, берут, перепродают. Эту перепродать можно не за 10 долларов, где-то за 50. Ну, вот такой я Иванушка в этом, но жалко, не мой размер, но она классная реально. Она просто вот для погоды вообще вот. Просто дождь будет от меня отскакивать. Моя. Ну, покажи пиджачок за 22 Наташа нашла. Мэн. И вот такой вот прикольный он. Я скажу, Наташа, смотри, сколько решельешек. Сколько мы гонялись за решельешками в Польше, и в Украине, и в Кении. Вот, кстати. Очень много тут закоулочку в магазине. Ну, прикольный, как бы, прикольный. А еще есть книги и кассеты, и диски. Ану. Тоже такой целёный. А это что такое? Ану, перуна какой-то, не знаю. 23. Ну давай как бы где-то подойдем где-то куда-то и их оденешь. Боже, нос чешется, у меня тут всегда нос чешется. Ну тогда подожди, открой наоборот. Ну, мне нравится. Вообще эта штука, вообще класс, подожди. Мне тоже подобается. Что Наташа выловила здесь. Ну это на вагу, это сколько будет интересно весить. Ну это дешевле будет, чем 10, наверное, потому что оно на вес. А ну, Наталка, давай. А ты что, не можно померить? Не знаю. Ну, в принципе. А где-то здесь должна быть это. Ну, можешь, в принципе, джинсы снять, померить, что там. Все. Сейчас даже буду два пижачка мерить, и я вам скажу. Вот.
Так что кофточку держу, кофточка в Ильяне куплена. В этом, в нашем бренд Фоллес любимом. Так, а ну давай. Первый. А цена 22-23, одинаково, в принципе, да? Маленький. Маленький, жалко. Симпатичный пиджачок, но маленький. Жалко, карманы какие. Ну, класс. Не, вообще классно, конечно. Но... Цена высокий, посмотри, малый, а тут... Маловастенький, маловастенький пиджачок. Да, сейчас давай второй такой же. Это лен, типа, или что? Не знаю, ну, с кожей. Можно и хлопок. Ну, там где-то. Ну, короче, если вот интересно, мы бы читали бы, наверное, цена на этом. На бирочках. Угу. Сейчас можно и найду. Ой, какие эти пуговицы. Да. Ну, классные вещи, просто что размера нет. Сейчас давай я заберу твою сумку. Дабы не соблазнять людей. И... Что? 60? 62 лен. 62 лен и хлопок. Поволокна 37. И 37 хлопок. И по полистан, да, этот, который непонятно что. Что? Полистан? Эластан. Эластан, да пофиг. Народ, ставьте лайки, пишите комменты. Я всегда юморюсь. Этот как-то еще нормально. Полистан. Вот еще нормально. Не знаю. Ну такой, слушай, на выход вообще. Летненький. На выход. Ну, не знаю. Так, сумка у тебя? Да, сумка у меня, а зеркала нету, по-моему. А, вон же зеркало, напротив же, вон же зеркало. Не знаю, что вы пишете. Что вы скажете? Ну, такой прикольный. Мне первый, конечно, больше понравился. Ну, первый можно на меня. Но я люблю спортивные куртки. Все, Наталка сейчас ходит и решение свое даст. Ну, вообще. А ну, Наташа, скажи еще раз. Наташе нравится. Мне просто удивительно, Наташка настолько секонды не любит вообще. А вот за кеки гарные. Ой, я не обратила внимания. Слушай, я их продам и все. Да? И уже отработал. Сними, по-моему, 22 оно стоит. 22 это вообще. 22. Так я потому и хотела походить. Ну, конечно, я ожидала немножко других брендов. Но и так хорошо, в принципе. Сколько? Сейчас я подумаю. 23 это где-то, если доллар по 3,8, это где-то 4-5 долларов. Так я уже вам написала в комментах, и вы уже поставили лайк. Знаешь, его наче не носили. Ну, чи дуже гарно носили. Дивись, як вообще сделали. Давай-ка покажем. Особенно вот женщины, прокомментируйте, что вы бы брали вот такой. Кожен шов оброблен. Я вообще к секонду абсолютно нормально отношусь, особенно когда они появились, очень выручали, и можно было покупать одежду. Там, я там джинс много покупала. Ну, не было возможности купить нормальные, а нормальные, кстати, и стоили дороже, и были хуже качества. Все, я тоже. Берешь? Конечно. Вот так вот. Зашли, и чтобы Наташа купила там. О, это вообще классно. А что, Наташа? А джинсы ты эти не знаешь еще, да? А я такой нет. А давай спросим. Не, я не хочу длинные. А? Я что-то длинные. Не хочешь длинные, да? Наташа ищет себе шорты, все, не хочешь. Ну, не надо, не хочешь, не бери. Я длинные не хочу. Все, так что вот такую красоту мы с вами берем, а вы, ну, не знаю, пишите, что, как вообще к секондам относитесь, вообще были ли вы в секондах в других странах. Вот, мы считаем бренд Фоллес небольшим секондом иногда, когда он не сильно чистый в Эмиратах. Есть такой в одном из молов, видео ставлю в описании, кстати. И вот здесь уже побывали, ну и в Украине тоже зайду, между прочим. Вот мне эта куртка красная понравилась, конечно, но спасательная горная не на меня, не понимаю. Как можно работать без капюшона такие вещи? Вот так вот, да, кстати, жалко. Но все равно она у меня большая. Так что вот такое сегодня видео. И предыдущим показали один секонд, и здесь показали. Ну, прикольные вещи есть, прикольные, слушай. Так что, все, пойдем дальше по Кракову гулять и покупаем этот пиджачок.